Не смог избежать мобилизации. Не успел выехать из России, и тебя призвали. Поставили перед выбором. Война или срок? Вот что ожидает тебя потом. Будешь воевать без малейшей поддержки. Ведь идешь туда, куда тебя на самом деле не звали. Сослуживцы будут гибнуть на твоих глазах. Но об этом будут молчать власти. Ведь они умалчивают, что потери России в Украине исчисляются уже сотнями тысяч. И даже раненым тебя заставят воевать. Ведь русские не сдаются. В это же время твой сослуживец выбрал жизнь и сдался в плен вооруженным силам Украины. Вот что ожидает его. Он переживет войну в безопасности, вдали от передовой, в нормальных бытовых условиях. Ему гарантируют связь с родными, право на жизнь и гуманные отношения. И возможность выбирать свою судьбу, вернуться домой по обмену или остаться в плену до конца войны. Оформление как попавшего в плен в бою сохранит ему выплаты и льготы. Украина предлагает тебе жизнь. Проект «Хочу жить» — это официальный государственный проект, который позволяет военнослужащим РФ добровольно и безопасно сдаться в плен. Пиши в чат-бот в Telegram, звони на горячую линию проекта, свяжись через Telegram или WhatsApp. Живи!